Городские службы готовы к переходу на летний режим работы. Для уборки улиц и для других сезонных задач в этот период планируют использовать порядка 650 единиц спецтехники. Ее готовность оценил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Смотр прошел на площади Куйбышева, где представили 136 машин, самых необходимых и современных. В мае будет много праздничных дней, поэтому основные задачи, которые поставили профильным предприятиям губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина, закончить уборку после зимы и поддержать чистоту. Главное, на что нацелено сегодня, это, естественно, город подготовить как к первомайским праздникам, как к 9 мая. Ну и, конечно, это студенческая весна во всей красоте. И так, как мы можем провести студвесну, так, как мы провели чемпионат мира 2018. Самосвалы, тракторы, малогабаритная техника. Большинство этих и других машин задействовали еще зимой во время уборки города. К летнему сезону специалисты переоборудовали часть техники. Отмечают, что такая многофункциональность – большой плюс и подспорье. Например, в январе в распоряжении муниципального предприятия благоустройства поступили новые машины МК-2000. Техника отечественного производства работает сразу на двух видах топлива – на пропане и бензине. Машины предназначены как для летней, так и для зимней уборок. У нее очень широкий функционал, то есть она в зимнем содержании работает, также на тротуарах. У нее роторы есть, есть отвал, щетка подметать в зимой, посыпать тротуары. Также на них имеется дополнительное оборудование, поливомоечное ставится. То есть снимаются щетки, снимается бункер, ставится емкость под воду и рейка. То есть она может и мыть, и пылесосить в летнем содержании. Закупили 5 таких машин. Помимо имеющейся спецтехники, к 15 мая в Самару прибудут 11 новых машин. Их закупили на средства городского бюджета по лизингу. Эту технику задействуют сначала при летнем содержании, а затем будут использовать всесезонно. Вместе с тем, пополнение техпарков остается актуальной задачей. В частности, сейчас рассматривают возможность приобретения городом для всех МБУ администрации внутригородских районов по 9-10 спецмашин для эффективной очистки дворов и квартальных территорий. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.